Быть президентом России непростая работа. Это как из болота тянуть бегемота. Быть президентом России нелегкое бремя. Скажет любой, кто видел программу «Время». Быть президентом России труднее, чем премьером. Особенно, если премьер тебе служит примером. Быть президентом России может не каждый. Может не каждый им быть уж тем более дважды. Быть президентом России морально непросто. Быть президентом – тупик карьерного роста. Так вот и пашешь весь год. Но год окончен, и вот трудности все позади, и Новый год впереди. С Новым годом, президент России! В нем тебе понадобятся силы, потому что мы такой народ, имей в виду. Мы сейчас разок другой накинем, и проблем тебе еще подкинем, чтоб тебе не скучно было в будущем году. С Новым годом, президент России! Скоро мы нажремся сильно-сильно и не будем отдуплять ничего до февраля. Ля-ля-ля. Ну а ты не прекращай усилий, ты работай и спасай Россию, ведь у нас у всех надежда только на тебя. Быть президентом России — это вам не забава. Быть президентом России не смог бы Обама. И вовсе не потому, что он чернокожий, хотя, если честно, то и поэтому тоже. Надо дружить с Уго Чавесом и Берлускони, и не покуришь спокойно в трусах на балконе, и перед сном не выпьешь ты пиво литр, иначе все удивятся, прочтя твой твиттер. И на работу опаздывать тоже неловко, глупо ведь врать, что была на Кутузовском пробка. Так вот и пашешь весь год, но год окончен, и вот трудности все позади, и Новый год впереди. С Новым годом, президент России! Отдохни, чтоб накопились силы, на работу ведь тебе 2 января. Мы помочь тебе ничем не можем, потому что спим в салате рожей, но надеемся при этом только на тебя. И во сне мы понимаем дружно, что в стране так много сделать нужно для ее подъема и стабильности рубля. Ля-ля-ля. Знаем, что грядет олимпиада.